Житель поселка Белокаяна, покупайте игрушки. Фонд помощи и поддержки для детского дома. Радость детям. В почтовом отделении вы можете найти все игрушки, необходимые для детского дома. Сделайте приятный подарок для детям. Они будут вам очень благодарны. Фонд помощи детскому дому. Это благотворительная помощь. Покупайте. Сделайте им подарок приятное. Почта России просит вас помочь сделать подарок детям.